Ukraine is a country situated in the east of Europe. It's the second largest country in Europe with an area of 600,000 square kilometers, population of 44 million. And Ukraine is classified as a low and middle income country by World Bank. We have GDP per capita $8,800. And health expenditures in 2017 was estimated at 7%. In 2018, International Agency for Research on Cancer has produced new estimates of cancer burden worldwide. And on this map, you see the top cancer among males worldwide. And in Europe, the country is divided into two groups. So Ukraine is the country where lung cancer is the top cancer among males. When we talk about females' incidence, you see that the majority of countries have a breast cancer as a top cancer, and Ukraine also is the one of them. The most common cancer among females in Ukraine is breast. Among mortality, the most common cause of cancer deaths in Europe as well as in Ukraine is a lung cancer. And among females, you can see that also breast cancer is the top leading cause of death. Ukrainian incidence rates are among the lowest in the Europe region. And if we talk about top 10 cancers, it's lung cancer, followed by colorectum, prostate, stomach, and bladder cancer. When we talk about females, the picture is the same. The lowest Ukraine is among lowest incident has a относится к странам с минимальной заболеваемостью в Европе, и ведущие мы видим здесь основные 10 раков, и это, соответственно, РМЖ, тело матки, колоректальный и шейки матки, да? Но показатели смертности находятся на уровне средних или высоких цифр на Украине среди мужчин. И видите, что 5 основных причин смерти – это, опять же, рак легких, колоректальный рак, желудка, простаты и поджелудочные. Если говорить о женщинах, цифры, мы также по цифрам смерти мы находимся также в среднем, скажем так, группе. И основные идущие раки – это РМЖ, колоректальные, шейки матки, яичников и желудка. И если рассматривать географические различия между странами, мы видим, что показатели заболеваемости нарастают с севера на юг и запад на восток с минимальными цифрами заболеваемости на западе страны. Также мы наблюдаем широкую вариабельность показателей смертности в 2015 году на 100 тысяч человек. То есть от 200 с небольшим до 300 с небольшим. А среди женщин то же самое. Мы видим минимальную заболеваемость на западе страны, максимальные цифры в средних и восточных регионах страны, включая столицу, город Киев. Тренды заболеваемости, онкозаболеваемости, как мы видим, вот их период с 2002 по 2012 годы, когда вся страна была охвачена работой онкорегистра во всех популяционных группах. И мы наблюдаем, что тренды заболеваемости несколько выросли как у мужчин, так и у женщин. Но если посмотреть на частоту определенных локаций и локализации рака, мы видим, что как у мужчин, так и у женщин рак желудка был тем заболеванием, которое заболеваемость, которым снижалось с 2002 по 2012 годы. И с другой стороны, колоректальный рак, его заболеваемость нарастала как у мужчин, так и у женщин. А еще один пример снижение частоты заболеваемости – это рак легких и гортани. И это частая ситуация, которая наблюдается во многих странах мира тоже. И на Украине
собственно, Украина не отличалась. Если посмотреть на конкретные виды рака, то рак простаты относился к тем, заболеваемость которого выросла наиболее сильно, и он является третьим раком по частоте, и его заболеваемость будет нарастать среди женщин. Это рак молочной железы, который опережает все остальные опухоли. И мы также наблюдали увеличение частоты рака шейки матки, рака тела матки и рака щитовидной железы. За последние годы наблюдалось также увеличение частоты неходжкинских лимфом у мужчин и женщин, тогда как частота лейкозов оставалась достаточно стабильной за период в 10 лет. На этой таблице мы свели данные по заболеваемости различных типов раков за эти 10 лет, с 2002 по 2012 годы, и представили те типы раков, которые существенно отличались от нуля и которые серьезно поменялись. Мы видим, что рак желудка у мужчин и женщин, его заболеваемость снизилась, и рак гортани, трахеи, бронхов и легких, его частота также снизилась у мужчин, однако остальные типы раков, их заболеваемость осталась стабильной или максимальный рост наблюдался при раке простаты мужчин и у женщин, это рак щитовидной железы на 4,9%. Мы также провели не только анализ трендов, но также и провели, выработали определенные краткосрочные прогнозы до 2022 года, которые были опубликованы в журнале Cancer Epidemiology. И мы видим снижение частоты рака желудка и легких у мужчин. И второй самый частый рак. Второй по частоте рак у среди мужчин будет рак простат, тогда как также будет нарастать частота рака гортани и ротовой полости, рака глотки и ротовой полости. И у среди женщин РМЖ остается основным по частоте. И будет нарастать частота рака щитовидной железы в ближайшем будущем, и рак тела матки будет на втором месте, и он опередит рак колоректальной раки у женщин. Также мы провели анализ изменений в период с 2012 по 2022 год. Мы разделили на два компонента. Во-первых, изменения, связанные с изменениями популяционными, и также изменения, связанные с изменениями факторов риска. Популяция на Украине, ее размер, уменьшается ее размер, и также она стареет, и это влияет на изменения в числе новых случаев во всех локациях, кроме рака яичек у мужчин и лимфомы и рака шейки матки у женщин. Но основное изменение, как мы прогнозируем, связано с изменением факторов риска у мужчин и женщин. И основные два типа раков – это меланома кожи и рак щитовидной железы. Их частота вырастет максимально. Когда мы говорим о снижении числа случаев, мы видим не только рак легких и гортани, но также мы говорим о раке губ, печени и желудка у мужчин. И то же самое, это рак желудка и губ у женщин. Эта заболеваемость снизится. Онкологическая смертность представлена по данным базы данных смертности ВОЗ, которая поддерживает Международное агентство исследований рака. И мы видим, что показатели смертности остаются стабильными или даже они несколько снижаются у мужчин на Украине.
И те раки, которые представлены здесь, на этой карте, это рак мочепузыря, печени, легких, колоректальный рак. Снижение рака желудка является наиболее очевидным для этого периода времени. Но наблюдается увеличение частоты рака простаты и смертности от рака простаты. Также оно наблюдается. Когда мы говорим о женщинах, наблюдаем некоторое увеличение частоты колоректального, смерти от колоректального рака, но остальные показатели остаются стабильными, либо медленно, постепенно снижающимися. То же самое относится к самым частым ракам, таким как РМЖ, рак шейки матки у женщин. Резюмируя эти тренды в табличном виде, мы видим, что практически все показатели смерти по локациям, по локализациям снижаются, кроме колоректального рака у женщин. Но во всех остальных случаях мы видим тренд к снижению или незначительное снижение. Это также отражает, то же самое относится ко всем ракам, включая немеланомный рак кожи. Национальный онкорегистр Украины является основным источником информации, описывающим бремя рака на Украине. Он был организован в январе 1996 года, и до 2002 года вся территория страны была охвачена сетью региональных популяционных онкорегистров. Данные продолжают собираться до 2014 года, когда в этом году, соответственно, случилось существенное снижение в числе наблюдений. Эти цифры показывают охват онкорегистром населения Украины. Видим, первые годы процесс регистрации был начат в начале 90-х прошлого века, и затем... И данные ретроспективно собирались до 2000 года для всей страны. Затем с 2014 года мы наблюдаем существенное снижение количества регистрируемых случаев и снижение объема охвата популяции где-то до 90-92%. Онкорегистр собирает данные по всем центрам, для всех локаций, в основном по кодам по МКБ-10. Также мы собираем информацию по частоте заболеваемости. И мы включаем все возраста, включая педиатрические раки. Мы используем, мы проводим сбор данных во всех учреждениях, которые обнаруживают новые случаи или занимаются лечением пациентов с точки зрения смертности или наблюдения за пациентами. Мы проводим показатели выживаемости. Мы используем активный подход к сбору данных. Региональные онкологи работают, занимаются этим во всех регионах Украины. И в конце 2019 года в базе данных содержалось 4,4 миллиона записей. И у нас имеется сеть из 26 госпитальных онкорегистров, большинство из которых находятся в большинстве онкоучреждений диспансеров. И эта база данных в целом содержит более 1 миллиона записей о пациентах. Национальный онкорегистр Украины. Это сеть популяционных онкорегистров. Вот здесь, в Национальном институте рака, мы представляем национальный онкорегистр, но в каждом регионе, в каждой административной единице Украины имеется региональный популяционный онкорегистр, и, как правило, это является отделом статистики в рамках регионального онкодиспансера. В некоторых регионах имеется другая система,
этих популяционных регистров, расположение популяционных регистров, и данные, как данные собираются и вводятся, и это может проявиться на уровне определенных районов. Все, соответственно, учреждения используют одно и то же ПО и процедуры связывания, но, к сожалению, информационный обмен между публикационными регистрами сейчас проводится только, к сожалению, в бумажном виде. Если говорить о качестве данных, оценка проводилась несколько раз. Данные из онкорегистра Украины и по частоте представлены в работе Consolidated in Five Continents в томах 10-11, также представлены в Европейской информационной системе, в Европейской англической информационной системе, и также данные представлены в международном проекте «Международная частота педиатрического рака», и также регистр поддерживает все основные международные классификации, различные виды МКБ и так далее. И, как я уже говорил, практически все учреждения параллельно работают как популяционные онкорегистры, так и госпитальные регистры. И, как вы видите, информацию, которую собирают популяционные регистры, они включены в госпитальную информационную систему, и такая информация, как информация о пациентах, о типах опухолях, о наблюдении за пациентами и о типе терапии, которая является обязательной для системы государственной отчетности, собирается в обеих системах, и это облегчает процесс сбора и фиксации данных. Мы, по нашим расчетам, от 28 до 74 случаев, новых случаев рака на Украине диагностируется в тех же самых онкологических учреждениях, в которых находятся и работают госпитальные онкорегистры. Это позволяет получить автоматизированную передачу информации, уменьшить затраты на ведение регистра и улучшает качество данных в популяционных регистрах, поскольку информация в госпитальной системе является более надежной. Кроме того, благодаря государственной системе терапии онкологических пациентов, от 60 до 90% пациентов получают госпитальную или амбулаторную терапию в ближайшем онкодиспансере, и это означает, что между ними передается информация о проведенной терапии, о состоянии пациентов и о последней дате контакта с пациентом. С какими проблемами сталкивается наш национальный онкорегистр? Прежде всего, это трансформация системы здравоохранения Украины, которая началась достаточно давно, и она, так скажем, подпадает под общую реформу здравоохранения. Она включает разнообразные изменения первичного звена здравоохранения, и также это осложняет сбор информации от региональных онкологов. В этом апреле, в этом году мы начали первый этап этой реформы. Он уже был инициализирован. И затем второй этап, он непосредственно онкоинституты уже затрагивает. И надо сказать, что мы сейчас изменяем систему, так называемую систему Семашко, и мы начинаем работать в соответствии с пакетами гарантированных услуг, пакетами гарантированных государственной страховкой услуг, а не в соответствии с количеством оказанных услуг или количеством койко-мест. И это полностью реорганизует нашу систему здравоохранения. Соответственно, у нас абсолютно новое понимание сегодня популяционного регистра также. Возможное включение в национальный регистр, в систему здравоохранения может вызвать, прежде всего, снижение качества собираемых данных. И также достаточно большое количество моментов, которые придется как бы запустить, перезапустить с нуля. И также мы столкнулись с проблемами
с недостаточным пониманием системы здравоохранения и национальных правительственных организаций на районном, региональном уровнях, на национальном уровне. Опять-таки, это отразилось на качестве данных в регистре. Мы пытаемся разрешить эту проблему неким образом. И я думаю, что она, безусловно, будет разрешена в кратчайшие сроки. Также есть и другая административная реформа, которая также изменит административное разделение Украины на региональном уровне, на районном уровне. И это, безусловно, также изменит наши подходы к популяции, которая покрывается регистрами. И, безусловно, у нас есть проблема, в принципе, с охватом населения, особенно если мы принимаем во внимание внутреннюю и внешнюю миграцию населения. Это была большая проблема в последние 5 лет, просто огромная. И нам нужно, безусловно, оценивать выживаемость и летальность. И прежде всего мы сталкиваемся здесь с проблемой с недостаточной оценкой цифр по летальности и с чрезмерной оценкой распространенности. Также у нас субъективные данные по летальности и по выживаемости. И это прежде всего связано с защитой данных и национальным законодательством по защите персональных данных. Соответственно, мы не можем на данный момент получить достоверную информацию по выживаемости. Большое спасибо за ваше внимание.